черти, то, что такое, чтобы поцеловать, шутка. То, что я воняю, шутка. Что еще было? Тот факт, что ты идешь, постоянно жалуешься своему дружку, там, в коллективе. Да никому я не жалуюсь, то, что просто ты говоришь, это обсуждение что я не уверена в себе. Я говорю то, что я чувствую, то, что я вижу, понимаешь? Сижу и пытаюсь понять, вот в чем проблема. А может, реально проблема в том, что у тебя и у меня разное мировоззрение на жизнь, ты думаешь, как сказал Ромашов тогда на ТЭТе, вы с ним одинаковые, да? Вы думаете, вы мыслите одинаково, у вас такой же ритм жизни, вы любите там ночную жизнь, там, да? А я другой человек, и вот этот, вот я, к сожалению, выбрала такого же человека, который у меня был уже, и это ни к чему хорошему не приведет.